Такие еще неясные для меня вопросы толпятся в моей голове. А как-то нет ни силы, ни хотения их разрешить. Да и не мне разрешить все это. И все это мерещится мне. Точно я вдруг очутился на Луне. И целых 3 дня я бродил по городу в глубокой тоске, решительно не понимая, что со мной делается. Шаг, то видится, слышится и чувствуется современный момент, идея настоящего момента. Пожалуй, в некотором отношении здесь все хаос, все смесь. Многое может быть пищей карикатуры, но зато все жизнь и движение. И все. Как мы живем? Что нового? Защитники города Ленинграда, отстоявшие свободу и независимость нашей Родины. Я очень люблю. Все. Все.
Но мне иногда кажется, что все это город, прохожие, тротуары, дома. Все это уже не мое. И все это мерещится мне. Точно я вдруг очутился на Луне. И все здесь напоминает историю европейской жизни Петербурга, да и целой России петровской эпохи. Кстати, необходимо было закрепостить народ, чтобы получить образованное сословие. Как вы думаете, господа? Освобождение народа есть прямая противоположность взгляду Петра на русский народ, как на материал. Главное, люби других как себя. Вот главное. Это все больше ровно ничего не надо. Тотчас найдешь, как устроиться. А ведь это только старая истина, которую миллионы раз повторяли и читали. Да ведь не ужилась. Я давно уже выжил из прежних своих идеалов. Они разбились в пыль, в обломки. А если ж нет другой жизни, так и приходится строить ее из этих же обломков. Один со своим воображением, со своими мечтами, той и новой, горячо идеальной жизни. Знаете, господа, когда мы несчастны, мы сильнее чувствуем несчастье других. Чувство не разбивается, а сосредотачивается. Да, редко удается столько мрачных и резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге.